сидят мои друзья, и вы смотрите мой канал Супер Кидис. Вы недавно просили снять видео вторую часть про модный лук модных одежд. И вот у меня уже готово. Но сейчас я хочу вам показать реакцию, которая мне закрыла на замок кухню и спальню. Мы сейчас сами и увидите. Ребята, подписывайтесь на меня, мне будет очень приятно вас это увидеть на новом канале. Но есть один вопрос. Я не люблю ради арков сырых спаков, и я свой пасык от меня. Я не люблю сырых пасыков, потому что меня подписывается и отписывается назад. Мне это неприятно это видеть. И будет приятно, если вы хотят дружно подпишитесь на меня. Это будет честь моего подарка, который вы ждете. Это вторая часть выходит сегодня. Потому что я вчера удалила это видео, но мне никак не получилось. Поставь лайк. Хочу почувствовать вашу любовь. А сейчас я вам покажу реакцию, вот там, который меня Таня заморвала. Приварила меня. Идем в коридор, смотрим спальню. Мы, смотрите, за этим дверью не видно ничего. И закрыто просто. И просто настрого. Ребята, открыто! Это спальня открыто. Она не успела накрыть. На ключ, потому что она отставила открытой. Вот такая у меня реакция вышла. Но смотрите, тут ножи. Второе. Минутку. Но там кухня. Смотрите. Так, блин, закрыто. Никак не пройти. Да что такое? Если вы знаете, что там происходит, то пишите в комментарии. Что вам придется? Придет вам в голову. Если прищем на это видеть, я могу сломать дверь. Но это нельзя делать. И мы останемся без двери. Останемся без двери. Если будет кошмар, я могу упасть и сломать ногу. Нет, я не хочу это делать. Сейчас надо включить свет. Я выключила свет и идем ко мне в комнату. Сейчас все читают. Сейчас все считают, что носить. Что можно носить.
в такую прекрасную, погоду летом. Я один раз, я почистила зубы. Видите? Не спать, не просто, не спать, а не будет. Видите? А они чистые. И я прочесалась. Итак, внимание. Сейчас будет первый заход. Черная майка и белье, синий и конечно же и сандали. Ну вот я уже оделась, смотрите, черные росинки с перой. Пружкой, все равно майка, без сил, и конечно же, и сандали. Друзья, подписывайтесь на этот канал, и тогда я увижу новых аккаунтов на Ютубе, то есть на Ютубе. Сейчас будет трос. Я в сандалии. Мне будут такие растения и другие выборка. Там белые растения серого цвета и голубая выборка. Я великая богиня. Богиня. Вы знаете, кто богиня? Это я. Царь горы. Кровати. Сейчас будет третий заход. У меня будет бюре. Выборка. И это... Это воровы и черные шорты. Но вот это мой любимый цвет. Смотрите, черные шорты и берем подборка. Правда круто? Ребята, ой, зрители, больше не будет. Частей. Надеюсь, вам понравится этот ролик. Если вы наберете, ну-ка. Тут много просмотров, то я сниму один красивый ролик. И это будет в субботу, 26 июня. И это будет в субботу. Смотрите, что будет. Символ.
Pop-it. Pop-it. Simple. 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 Pop-it. Забирай. Ребята, это новая, это новая, это новая игрушка. Это новая игрушка. Pop-it. Pop-it. Это антистресс. Он подобен. Он способен развивать мозги, мозги. Что лучше? Simple Dipple или Pop-it? Напишите в комментарии. Вы сможете, это купить. Адрес. Адрес пройти и дать номер и забрать. Вы можете забрать код, если вы можете забрать, и у вас будет. Это будет чики-пуки. И у вас дома будет такая интересная игрушка. Никогда не пропускайте моего ролика. И из двух вам встреч.